Всем привет, ребятки! С вами снова Зайка Вера. И сегодня мы будем лепить такого последнего героя из мультфильма «Покоя», а именно осьминожку. Давайте скорее смотреть, что получится. Подпишемся и поставим лайк. А мы начинаем! Подготовим все необходимое и начнем творить. Нам для нашего осьминожки понадобится красный пластилин. Мы скатаем два таких больших жгутика, а также вытянутый шарик тела, собственно. А вот из этих жгутиков сделаем ножки. Наметим середину на жгутик. Сделаем в нем вот такую вот вмятинку. Так. И в эту вмятинку мы крест-накрест вложим вторую нашу ножку. Так, хорошенечко это дело все прижмем. И сверху, собственно, останется поместить тело героя. Еще хорошенечко все прижать. И получается, осьминожка практически готов. Останется сделать из белых шариков ему глазки. Такие вот. Большие. Так, они у него разного размера. Один побольше, другой будет поменьше. Один возьмем черные шарики. И он у нас куда-то смотрит. И такую точечку, изображающую рот удивления. И вот он готов. Вот так вот, ребятки, мой осьминожек готов. Получился очень примиленьким. Всем пока-пока и до новых волшебных встреч.